13 июля 2016 года в городе Искитиме мужчина 1939 года рождения при использовании легко воспламеняющейся жидкости получил ожоги тела на площади 90% второй-третьей степени, доставлен в реанимацию. Хотелось бы еще раз напомнить жителям города Искитима, Искитимского района, не сушите погреба при помощи разведения костров. Не курите при использовании легко воспламеняющейся жидкости. Помните, при загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или одеялом, лучше мокрым. Также можно облить водой.